Если что, гостиница. Здравствуйте. Здравствуйте. Мысли курицы. Чего ему надо? Он просто может взять свой номер и уйти в свою комнату. Он это даже не хай-ваги, это хуки-вуки какой-то. Чего он сюда приперся вообще, в эту гостиницу? Короче, вот ваши... Вот это ваше. Это ваше. Все, берите свой номер и идите вон туда. Мне он не нужен. Я просто так... До свидания, я пошел свой номер отложить. Только у меня номер 120. Хорошо. Вот берите, берите, и я пошел. Я пошел. Как стоит найти с таким рюкзаком? Чего? Вот. Вот-вот. Наконец-то кроватка, я пришел сюда. Все, это уже добрый. Я хочу жрать. У меня зубочек острый. Нужно их точить об свою еду. Так, садимся. Нужно сесть. Садимся. Да блин, ногу не сюда. Вот. Садимся. И открываем рюкзак. Растягиваем. И достаем. И нямка. Виноград, конечно, вкусный, но я бы каких-нибудь там человек в какой-нибудь мясо бы поел. Ну ладно, сыр это почти мясное. Из коровы почти. Должно быть, это очень вкусный будет сыр.